Спортсмены Тобольска тоже адаптируются к новым условиям. Юные хоккеисты на самоизоляции тренируются дистанционно. Вместо коньков – ролики, вместо шайбы – теннисный мяч. Впрочем, даже самых сложных домашних тренировок хоккеистам мало. А потому ребята подключаются к интернет-челленджам. Например, стоя на руках, пытаются надеть на себя футболку. Мало пространства, воздуха, высоты помещения. То есть, допустим, много работы на координацию, где-то подбросить мяч. Это очень тяжело, потому что потолки дома низкие. Мяч не подлетает в нужной высоте, и эффекта упражнения нету. Мало упражнений получается в тренировочном процессе, более эффективных, чтобы получить какой-то эффект. Ребята привыкли выкладываться на льду, но понимают, ситуация требует таких жестких мер. И работают по полной дома. Правда, соседям приходится непросто. Соседи начинают сильно стучать по этим батареям. Скребы открыли лед.